Сенокосную кампанию в Якутии омрачили ливневые дожди. Особую тревогу вызывает заготовка кормов на севере республики. Однако правительство принимает нужные меры, и арктические районы без кормов не останутся. Об этом сообщают в Минсельхозе. По данным, тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Бытантайском, Верхоянском, Аймеконском улусах, где из-за сильных осадков сенокосные угодья ушли под воду. В связи с этим властям центральной и заречной группе улусов даны указания по заготовке сена для резервного фонда. В случае необходимости оно будет выделяться по заявкам муниципалитетов. Кроме того, правительство приняло меры по поддержке сельхозпроизводителей путем выделения кормовой соли и финансов на организацию мобильных отрядов сенокосщиков. В улусах их уже создают. Напомню, что в текущем году в Якутии утверждены объемы заготовки в размере 493 тысяч тонн сена. По последним сведениям, на местах заготовлено пока всего 59 тысяч тонн.